Видео предоставлено сайтом onlinegdz.net, номер 822, алгебра Макарычев, 7 класс. Преобразуйте в многочлен выражение. Итак, пример А. 5 умножить на 3а плюс 7 в квадрате. Мы возводим в квадрат двухчлен и умножаем на 5. Итак, 5 умножить на 9а в квадрате плюс 42а плюс 49. Получаем такой многочлен. 45а в квадрате плюс 210а и плюс 245. Далее, минус 6 умножить на 4 минус b в квадрате. Перед нами квадрат разности, и его результат умножается на минус 6. Минус 6 умножить на 16 минус 8b плюс b в квадрате. Получаем многочлен. Минус 96 плюс 48b минус 6b в квадрате. Минус 3 умножить. 2 минус х в квадрате минус 10х. Итак, открываем квадрат разности и умножаем на минус 3. И так будет. Минус 3 умножить. 4 минус 4х плюс х в квадрат. И минус 10. Выражение приняло вид. Минус 12 плюс 12х минус 3х в квадрат. И минус 10х. Получаем минус 3х в квадрат плюс 2х минус 12. 12а в квадрате минус 4 умножить на а минус 2. 1 минус 2а в квадрате плюс 8 равняется 12а в квадрат минус 4. Открываем квадрат разности. 1 плюс минус 4а плюс 4а в квадрат и плюс 8. Открываем скобки, перед которыми знак минус. 12а в квадрате минус 4 плюс 16а минус 16а в квадрат плюс 8. Минус 4а в квадрат плюс 16а плюс 4. Скобки, многочлен. Больше видео подписывайтесь на наш канал на YouTube.